конце видео будет конкурс. Всем привет, наши дорогие друзья и подписчики! Вы на канале Free Little Brothers. И сегодня я покажу вам новую коллекцию игрушек из Макдональдса по мотивам мультика «Гадкий я 3» или «Миньоны». Давайте рассмотрим коробочку. Она выглядит вот таким образом. На главной стороне мы видим героев мультика, веселеньких таких. Здесь у нас информация о приложении. Не знаю, есть ли оно в России. В нашей стране оно есть. И вот такая вот коробочка смешная. Ну и продукция Макдональдса. О, вот тут еще картиночка есть. Вот такая коробочка. В приложении мы сегодня в это поиграем. Давайте рассмотрим игрушечки теперь. Значит, первый миньончик. Вот такой прикольный миньон. В очочках и даже в наушниках. Здесь ему нарисовали волосики. И он делает вот так. Все. Больше он ничего не делает. Вот такой вот улыбашечка. Поставим его сюда. Давайте посмотрим на следующего миньончика. Он выглядит вот таким образом. О, кстати, тут есть фишечки еще. И у него есть вот такая ракета интересная. Давайте попробуем его завести. О, оп. Вот так он едет. Такие колесики у него. Давайте его вот сюда поставим. И следующая игрушечка. Это вот такая красивая девочка. На единороге. Интересненькая такая. Агнес, да? Посмотрим, что она делает. Я думаю, она просто катается. Ох. На этом столике, конечно, неудобно. Но, в общем, она катается. Делает вот так. О. Поставим тебя сюда. Красивая игрушечка. И посмотрим дальше. Так, следующий герой. Бальтазавр Брейк. Вот такой. На самолетике, на таком прикольном. Давайте посмотрим, что он делает. О, он вот так катается. Чуть не упал. Так, поставим его вот сюда. Так, кто же будет следующим героем? А это вот такой прикольный миньончик. Что же он делает? Смотрите, у него какой банан здоровый. Улыбашечка тоже. Так, я думаю, он стреляет. Давайте попробуем. Опс, стрельнул. Стрела улетела далеко. Давайте поставим его вот сюда. Так. И посмотрим, кто же у нас будет дальше. Вот такой миньончик прикольный. Ребята, смотрите. Ой, что это у него в руке? Так, что же он делает? У него такая шляпка, рюкзачок, тапочки и кнопка. Так, интересно. Опс. У него слетает панамка. Так. Оп. Вот такой вот он задумчивый миньончик. Давайте его вот сюда поставим. И посмотрим дальше. Вот такой миньон. Такой вот он, радостный как будто. Так, у него тут механизм. Так. И если вам видно, то он немножечко так трясется. Такая вибрация идет небольшая. Так, поставим его вот сюда. Ой, так он и не ставится. Туда пусть лежит. И будем дальше смотреть. Опа! Ничего себе игрушечка. Ничего себе. Это же Грю. Так, он там прицеплен как-то. Смотрите, он прицеплен. Нужно нажать, наверное, вот эту кнопочку. О, вот так выезжает он на своем гидроцикле. Такая вот игрушечка. Так, давайте вот так сделаем. Посмотрим на следующую игрушечку. Это вот такой злой миньон. Так, что он делает? Вот так вот он делает. Мышцы качает. Такая кнопочка. Смотрите, какая татуировка у него прикольная. Так. Вот и следующая игрушечка.
Ух ты, смотрите, какие два миньончика. Один недовольный, один улыбается. И у них вот такая вот штучка. Ну-ка. Опс. Смотрите, это такая шайбочка, наверное. Нужно вот так вот играть. Так. Играть. В общем, нужно так. Повалили мы всех миньончиков. Сейчас расставим их. Так. И посмотрим, кто же там дальше у нас. Вот такой миньон. Смотрите, он с обручем. Так, положим пока сюда и вот такие вот фонарики. Смотрите, прикольненькие такие. Я так понимаю, что здесь нужно вот так кидать как-то и попадать. Возможно, нужно закрепить. Вот так. Вот так. И кидать вон туда эти бананчики. Ну, такая игра. Такой миньон. И что у нас дальше? Это последняя игрушечка. Точнее, это даже не знаю, игрушечка, не игрушечка. Вот эти карты. Посмотрим. Ух ты. Карточки красивые. Яркие такие. Смотрите, какие прикольные миньоны. Так. Это получается такие короли и дамы. Так. Миньончики пошли. Другой масти. Такие вот смешные. Вот такие карты. Положим их сюда. Ну что, ребята, давайте теперь поиграем в приложение. Вот мы взяли телефончик. Давайте посмотрим, как называется приложение. Оно называется MacPlay. Нажмем на него. И мы видим вот такую картиночку. Нажмем вот сюда. Здесь нужно сосканировать игрушечку. Давайте возьмем вот эту игрушечку. Мне она нравится. Так, нажимаем. И вот так она сканируется. Смотрите, расплывается. Угу. И вот мы что-то тут получили. Наклеечку. Интересно. Вот такая вот наклеечка получается. Здесь, получается, дается картинка. Ты можешь сюда разные наклеечки клеить. Вот так просто. Такая вот вещь. Так, ну что ж, вернемся назад. Давайте я положу телефон, чтобы вам было видно. Хорошо. Так, что у нас тут есть? Так. Нажмем сюда. Play. Так. И здесь нужно рисовать миньончиком. Так. Возьмем кисточку. Выбираем цвет. И обводим, как нарисовано. Теперь возьмем карандашик. Так. Выберем цвет. Давайте вот такой красный сделаем. Я делаю неаккуратно, конечно. Так как спешу показать, что получится. Так, следующее. Ротик. Тоже сделаем красным. Следующее. Угу, нужно нарисовать тело. Давайте сделаем его желтым. Волосики. Дальше. Так, нарисуем карманчики. Ручки нарисуем оранжевым. Ножки нарисуем тоже оранжевым. Оп, вот такой миньон получился. Смотрите, он ожил. Привет. Ужас, как он страшный получился. Зомби. Все, давайте его уберем. Выйдем. Выйдем отсюда. И поиграем во что-нибудь другое. Так. О.
Нужно выбрать какой-нибудь инструмент. Давайте выберем гитарку. Здесь нужно повторять нотки. Я так понимаю. Вот, нажимаем челлендж. Так. Опс. Собственно, все. Вот такая игра. Давайте выйдем отсюда. Мне кажется, тут ничего интересного нет. Посмотрим дальше. Это сосканировать игрушку. Это нарисовать. О, вот в этом мы еще не играли. Так. Здесь нужно что-то сконструировать. Давайте нажмем вот сюда. Так. Нужно, чтобы что-то прыгнуло отсюда. Вот эта вот машина. Надо сконструировать. Давайте возьмем колесики. Поставим сюда одно колесо. Сюда второе колесо. О, нет, шипами мы не будем ставить. Упс. Давайте возьмем вот это колесо. Возьмем крыло. Так, ну и посмотрим, что у нас получится. Не долетело. Ну, в общем, смысл ясен. Нужно сконструировать так, чтобы она перепрыгнула. Так. Что же там дальше? А, значит, тут мы все посмотрели. Давайте нажмем вот сюда. Смотрите, какая коробочка поет. Давайте нажмем вот сюда. Оп. Давай, играй, коробочка. Поддавил себе палец. Давайте поменяем фон. Опа. Смотрите, как красиво. О, здесь можно поменять одежду. Смешно как-то. О, я думаю, сюда подходит вот этот костюмчик. Так, а давайте поменяем еще фон. О, вестерн. Сюда ему подойдет такой костюм. Очки. В общем, вот такая прикольная штука. Можно переодевать его как хочешь. Так. Ну и все. Мы посмотрели все приложения на эту тему миньончиков. В следующий раз будет другая игра. Поэтому оставайтесь на нашем канале. А теперь я расскажу вам, как получить призы от нашего канала. Ну что, друзья, сейчас я расскажу вам правила участия в конкурсе. Вы должны быть подписаны на наш канал, чтобы получить вот эти призы, которые я сейчас вам покажу. Это большой надувной шарик. Это такие свечки для тортика. Это игрушечки. Их размер где-то 30-50 сантиметров. Они мягкие. Вот такие кошелечки прикольные. Сумочка для сменки для девочки или для мальчика. И вот такой рюкзачок школьный. Картинки тут разные бывают. Так вот, вы должны быть подписаны на наш канал, поделиться нашим видео где-либо, в соцсетях, и написать комментарий, какой приз вы бы хотели получить, почему вам нравится наш канал, или пожелания каналу, или любые добрые слова нашему каналу. Чьи комментарии мне понравятся больше всего, я напишу в описании под видео и отправлю им подарки. Значит, результаты будут выложены ровно через месяц после публикации этого видео, и победителей будет трое. Также вы можете увеличить шанс на победу, оставлять комментарии под другими нашими видео, ставить лайки, просматривать видео, то есть абсолютно любые действия на канале, чтобы я видела, что вы активны. Я вас замечу, и, возможно, вы будете победителем.
Также вы можете приглашать своих друзей, делиться нашим видео и так далее. Ну что, друзья, наше видео подошло к концу. До новых встреч и до новых видео. Пока-пока!